В Южно-Казахстанской области зарегистрирован первый в этом году случай заражения конго-крымской геморрагической лихорадкой. От укуса клеща пострадал 37-летний житель Мактааральского района. Сейчас он в больнице. Врачи оценивают его состояние как стабильное. Была вовремя оказана медицинская помощь. И, по словам пострадавшего, инцидент произошел 7 мая во время стрижки баранов. Через некоторое время у мужчины поднялась высокая температура. Он обратился за помощью к врачу. С начала года специалисты собрали для исследования почти 13 000 клещей со всей области. 18 из них были переносчиками опасного вируса. С начала года по Южно-Казахстанской области было зафиксировано 1119 человек, которых укусил клещ. Им вовремя была оказана помощь. Есть только один факт подтверждения конго-крымской геморрагической лихорадки. Состояние мужчины сейчас стабильное. Он под наблюдением врачей. По области продолжается обработка опасных зон.